Давайте защитим наших детей вместе. Защитим от невзгод, защитим от нелюбви и защитим, конечно, от всяких болячек, которые никогда никому не нужны. Ну скажи, кого боишься? На ушко мне скажи. Бабая. Вот, наверное, детей нужно защищать все-таки от бабая. Да, но праздник очень положительный, всегда дарит массу эмоций. И дети любят, и взрослые, потому что каждый взрослый в душе все-таки ребенок. Обязательно шары, это первое, потому что без шаров вообще никуда, обязательно музыка. Ну и, наверное, много детей, конкурсы, они очень это любят, и я вот по себе знаю, сколько вот с ней хожу. Главное, чтобы были конкурсы, главное, чтобы кто-то развлекал и зажигал, и тогда все хорошо. Какой-то подарок, чисто машинка, мячик, игрушки. Когда детям дарят, они просто прям счастливы. Но здесь, в принципе, так оно и есть.